Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала «Магия успеха, старо и самопознание». Меня зовут Наталья, кто со мной еще не знаком. Сегодня предлагаю вновь разобрать тему, традиционную тему, его мысли о вас с самого утра. Вариант, как обычно, один. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Подумайте о том человеке, который вам интересен. Представьте, пожалуйста, его, визуализируйте. Произнесите его имя, дату рождения. Хотите про себя, хотите вслух, как вам будет удобнее. Не забывайте, что это общий онлайн-расклад, и, конечно же, со всеми резонировать он не может. Посмотрим, в каких энергиях находится сегодня загаданный вами человек, как его вообще видят высшие силы, какой он, характеристика его небольшая. Да, посмотрим ситуацию между вами. И дальше уже будем задавать наши главные вопросы. Итак, смотрим. В каких энергиях находится сегодня загаданный вами человек? Что-то человека очень сильно расстроило. Возможно, какие-то его рабочие процессы подзависли. Медленное движение, никуда ничего не продвигается. И это, конечно же, его сильно удручает. Также человек себя сегодня может действительно нехорошо чувствовать. Приболел, возможно, да. И такое ощущение, что ему действительно уже требуется экстренная помощь, некое обследование, да, то есть, возможно, человек реально довел себя до некой такой крайности, то есть, в свое время отмахивался руками, ничего-ничего, пройдет, а сегодня, возможно, у человека некий приступ, но это не обязательно, в любом случае, еще... У человека сегодня на событийном ряде может проходить, что произошла некая остановка в каком-то либо его процессе. Что-то не получилось, что-то завершилось, окончание чего-то, которое, возможно, вот знаете, по логике вещей завершение должно было произойти. Но, возможно, человек не ожидал, что это произойдет, допустим, именно сегодня. Вот какой-то такой момент, да. И он находится сегодня в какой-то, ну, немножко, конечно, в двойственном состоянии. Он замер. И для себя он должен сейчас принять какое-то важное решение, определенное решение. Давайте посмотрим вообще, какой он. Какой он. Кстати, для кого-то еще проиграется, озвучу, да, вот произошла у него в чем-то остановка, и человек потихонечку выходит из этого кризисного состояния. Это не быстро, как он, допустим, раньше рассчитывал, да, а мелкими-мелкими шагами. Он идет куда-то в свое там светлое будущее, будем говорить так, да. Какой сам по себе? Ну, здесь к нам выходит человек такой идейный лидер, честно говоря, да. Вот такое ощущение, что этот человек, знаете как, эту жизнь изучает, словно, как первопроходец. За все те процессы, которые он берется, для него это словно в диковинку, это постоянно что-то новое. Но смотрите, здесь человек упертый. Он будет любыми способами добиваться того результата, на который он рассчитывает. В нем много огня, много импульса. Человек, безусловно, очень харизматичный. Человек умеет общаться с людьми. С некоторыми людьми он может, знаете как, общаться на какой-то жесткой какой-то волне, а с некоторыми людьми он будет общаться налегке. То есть этот человек, он хороший психолог, он умеет считывать натуру человека и, исходя из того, кого он видит перед собой, подбирает стиль общения с этим человеком. То есть вами загаданный человек умеет подстраиваться не то что под людей, но еще плюс под любую ситуацию. Этот человек постоянно любит активность, движение. Для него застой, но это, наверное, что-то прям для него не совсем очень хорошее. И вот сегодня энергетика, смотрите, да, еле-еле-еле что-то двигается. И, возможно, из-за этого он находится вот в какой-то подавленности. Такое ощущение, что как будто человек не живет. А для него, еще раз повторюсь, для него это очень трудно, сложно. Он по натуре не такой. Этот человек, как правило,
умеет управлять всеми четырьмя стихиями. Это земные энергии, огненные, господи, воздушная энергетика, да, и эмоциями. То есть водой. Он умеет контролировать себя. Вот здесь вот самый такой классный, вот, наверное, классное качество для этого человека. Он реально умеет контролировать себя. Даже если, к примеру, ну, хотя подождите, вот здесь вот не совсем, наверное, я сейчас оговорочку сделаю, да. Вот здесь у него все-таки его желания, давайте так, они будут все равно превалировать, да. То есть вот огненная энергия страсти, она будет порой брать над ним верх. Но он все равно, понимаете, он умеет в любом случае вести контроль. Но вот эта вот как бы составляющая его, она будет выбиваться в целом. Этот человек любит риск. Этот человек хороший игрок. И ему действительно, он, знаете как, он может искушаться реально чем-то новым. Как мужчина, он здесь, ну, девчонки, могу сказать, что такой победитель, да, дамских сердец. И это у него получается, кстати, очень с такой легкостью, да, у него присутствует некий шарм, однозначно, да. Этот человек может хорошо физически сложен, такое красивое тело. Даже если, к примеру, у него там есть животик, все равно он будет себя считать красавчиком, даже если у него есть залысины. Неважно, все равно он себя чувствует неотразимым. Ну вот здесь вот об этом, да. И еще старший аркан сила на дне колоды, но здесь человек, конечно же, еще раз повторюсь, он умеет контролировать себя, да, он старается себя держать в балансе, потому что это его все. У него очень сильный характер, сильный стержень. Иногда, конечно, он может, знаете, позиционировать себя неким таким простачком, простофилей, но этот человек очень умен, очень грамотен. И его даже порой в споре нельзя будет, ну, как говорится, переубедить, да, бесполезно. Если вы, допустим, решите с ним поспорить на что бы то ни было, не советую, да, вы будете в проигрыше. Вот такой здесь мужчина. Давайте смотреть, да, ситуацию между вами. Ситуация между вами. Ситуация между вами. У вас, скорее всего, здесь произошла остановка в ваших отношениях. Даже если ваши отношения не претерпевают сейчас конкретный такой вот разлад, да, в любом случае здесь происходят очень мощные изменения в ваших отношениях. Если, допустим, раньше девушка, то есть девочки, вы проявляли свою больше заботу, внимание, щедрость своей души, то что-то произошло, и в дальнейшем такого уже не будет. И это, конечно, очень печально, это очень досадно. И есть, знаете, такое внутреннее, ну, такая внутренняя опустошенность, можно даже так сказать. Внутренняя опустошенность. Девочки, вы здесь отвернулись от мужчины. Знаете, такое ощущение, что на дне колоды король пентаклей, да? Смотрите, вот здесь вот можно даже так сказать, хотя король пентаклей не вышел в самом триплете, да, но все равно я могу сказать, что вы разные. Вы разные. И вы действительно друг от друга как бы отворачиваетесь, да? Вы смотрите в ту сторону, мужчина смотрит немножко в другую сторону. И, возможно, мужчине на сегодняшний день намного где-то печальнее, девчонки, чем вам. По одной простой причине. Потому что здесь королева кубков, да? Да, она поэмоционирует. Да, она поплачет. Ну, вот эмоции свои она выплеснет, понимаете? Она может покричать, она...
вы это можете себе как бы немножечко облегчить свое вот это вот психологическое, вот это вот внутреннее напряжение. Мужчина, король пентаклей, нет, он держит все в себе. И ему намного сложнее. То есть он не может поплакать, да, особо. Он не может выкрикнуть, да, там, проораться, я не знаю, все что угодно, да. То есть мужчина здесь все равно держит все в себе. А, и вот смотрите, здесь изначально вышел очень сильный человек, да. То есть, как бы ему больно не было бы внутри, этот человек наружу показывать не будет. У него действительно очень сильный характер, стержень. Он может на, ну, как бы в обществе показывать себя, блин, у меня все круто, у меня все классно, у меня все хорошо, прыгать, скакать, там, веселиться, но внутри у него может быть, вот прям его переворачивать, понимаете, и вот слово такое подобрать хочется, да, в общем, ему... Будет белый свет немило, знаете, вот даже так хочется сказать. Потому что здесь еще выпадает аркан смерть. Это действительно, это непростое состояние. Это тогда, когда вообще все глобально меняется. Вообще все. То есть в какой-то период времени у вас было согласие, был мир, было все прекрасно, было все хорошо. И что-то внезапное происходит. И ты еще не понимаешь, от чего это, в чем проблема, что случилось, да? И по итогу это тебя так нахлобучивает. И ты потом долго не можешь выкарабкаться из вот этого треморного состояния, в котором ты находишься. Так как все-таки здесь вышел аркан 13, да? Это не вот вы сейчас проживаете вот этот период, понимаете, трансформационный, изменений. Однозначно у вас идут глобальные изменения в вашей паре. Либо вы здесь разошлись тотально, либо у вас вот прям вот, ну чуть ли уже все вот на грани, понимаете, оно шандарахнет. Здесь все равно, наверное, скорее всего, вы разошлись, потому что еще здесь рядышком шестерка кубков. Физики у вас нету. То есть у вас нету возможности, как говорится, приблизиться друг к другу, да, прикоснуться друг к другу. Это больше уходит сейчас на что-то прошлое, такое ощущение. Хорошо. Может быть, вы просто сейчас, ну, банально не общаетесь. Может быть, день у кого-то месяц, у кого-то полгода. У всех по-разному, да? И закрадывается такая мысль, что, в принципе, ничего уже дальше и не будет, да? И вот чувствуется некое опустошение. Но у мужчины это чувствуется больше, намного больше. Хорошо, давайте посмотрим его мысли о вас. С утра, тогда, когда он проснулся. Его мысли о вас с утра. Его мысли о вас с утра. Вот то счастье, которое человек испытывал с вами, да, вот то единение сердец, к сожалению, на сегодняшний день это закрыто. Закрыто. Заблокировано. Смотрите, если здесь, допустим, мужчина женат, то он реально просто мог свои мысли о вас, да, их постараться своей волей духа, волей характера закрыть, девчонки, и углубиться в свою семью. Если, допустим, этот мужчина не, то есть свободный человек, да, свободный человек, то вообще в целом, в принципе, человек мог заняться какими-то домашними процессами для того, чтобы, ну, не утопать, давайте так скажу, не утопать в эмоциях по отношению к вам. Не утопать. Мне хочется все-таки дополнить... Вот эту вот восьмерку мечей, о чем это здесь больше, да? Восьмерка мечей, о чем она здесь больше говорит?
Смотрите, скорее всего, здесь уже было принято решение, уже пришла какая-то осознанность. Для кого-то, девочки, проиграется и так, да, что вы реально для этого человека, хоть с какой стороны посмотри, да, не получается с вами выстроить такие отношения, которые, где вы реально были бы вместе. Здесь что-то мешает, здесь что-то ограничивает. Для кого-то действительно ограничивает семейные узы. И это невозможно, ваш союз невозможен, хотя у вас чувства есть друг к другу. Чувства есть. И здесь вот словно, знаете, как реально, как некое отсечение вас друг от друга. И у человека, знаете, внутри еще накрученное в нем больше, чем есть на самом деле. Понимаете, здесь человек считает, что с вами отношения восстановить невозможно. И он принимает словно решение дальше жить. На самом деле, выход есть, но человек на сегодняшний день не видит целесообразным находить выход из сложившейся кризисной ситуации между вами. Давайте посмотрим, что человек думает о вас днем. Что человек думал о вас в течение дня? Что думал о вас человек в течение дня? Девочки, ну смотрите, вы для него девушка, которая, возможно, действительно находится на расстоянии. Вы для него проходите по королеве жезлов, еще плюс ко всему, да? Ох, я могу предположить, что здесь даже смотрят меня те люди, которые состоят в четырехугольнике. Там не трехугольники, там, в общем, многоугольники здесь однозначно могут быть. Если даже в ваших отношениях нет никаких там третьих лиц, в любом случае есть какие-то жизненно важные факторы, которые очень-очень сильно влияют на ваш союз. И из этих факторов, к сожалению, ваш союз на сегодняшний день быть не может. Это может быть расстояние, это может быть работа, это может быть вообще семейные ценности, как с вашей стороны, так и со стороны загаданного человека. То есть не, знаете, как непринятие вас другой семьей. Вот словно идет такая вот история, да? О чем он думал о вас сегодня днем? Что вы очень идейная, что вы очень активная, что вы очень классная. Он вас где-то даже, девочки, идеализирует. И он знает, что вы занимаетесь и ведете такой достойный образ жизни, давайте так скажу. Вы благочестивы. У вас чистая светлая душа на самом деле. И у вас тоже, вот смотрите, исходя из вашего мировоззрения, исходя из того, что вы действительно кристально чисты душой. И у вас в связи с этим могут быть свои собственные законы, свои собственные, ну, знаете, как установки, будем говорить, да, против которых вы не пойдете. Это уже однозначно. Если, допустим, человек с вами поступал как-то не совсем благоразумно, а он мог по аркану маг, да, и по аркану шуту как-то, ну, немножко с легкостью к вам относиться, для вас это неприемлемо. Для вас очень важно, знаете как, понимать, что ты... Почему-то у меня крутится слово, так как вот, что тебя уважают, понимаете, они обесценивают. Вот для вас, наверное, это будет самым главным таким... самым главным моментом, наверное, вообще в целом
для выстраивания межличностных отношений, неважно с кем бы то ни было, понимаете? Вам нужно в первую очередь уважать самой другого человека, но и также, чтобы уважали вас. Для вас это очень важно. И также смотрите, здесь человек может думать о вас то, что вы очень амбициозны. Возможно, в какие-то моменты у вас реально могут быть завышены какие-то планки, которые, допустим, человек на сегодняшний день, он не в состоянии выполнить, и он находится в каком-то... находится в неких стесненных обстоятельствах, возможно, у него с финансами будет не совсем все прекрасно, да, потому что реально стесненные обстоятельства, и он не может, допустим, дать вам того, чего вы достойны, понимаете? Вы девушка очень высокого полета, очень высокого полета, и поэтому к вам просто, допустим, с той же пироженкой приходить, ну, это нереально. Но опять-таки, девчонки, нужно понимать, у всех уровень жизни, он разный. Для кого-то так проиграется, а для кого-то, ну, допустим, опять скажу, без пакета молока не приходи ко мне, да? Я как-то один раз привела пример с молоком, мне в комментариях написали, вы умеете поюморить, да? Поэтому вот здесь вот об этом. То есть, к чему я подвожу, да? То есть человек то, что может дать вам на сегодняшний момент, он считает, что это вообще песчинка, как говорится, в пустыне. Ему хотелось бы вам дать намного больше, но он не может. Он не может. Если, допустим, девочки, вы замужем, да, то он считает, что вы сейчас прикладываете все усилия для своей семьи. Также вы можете ударяться в работу, и вы могли реально поставить для себя какую-то такую очень мощную цель, мечту, и вы к ней идете, и вы ее достигнете. Вот словно, знаете, как высшие силы вам благоволят. Вот у него такое есть понимание о вас. Еще на дне аркан Луна, да, вы для него женщина на самом деле загадка, и, безусловно, по аркану Луна он не понимает, почему его сильно к вам тянет. Он действительно, ну как-то, он же такой человек, более такой рациональный, практичный, тем более по королю Пентакли, да, и для него, возможно, вот какие-то такие... моменты, словно как сказочные, они в его голове не укладываются. Вот смотрите, здесь человек реально может давать себе установку, принимать решение. Я запрещаю, допустим, тебе думать об этой женщине, но, как правило, идет же от обратного, да? Чем больше мы себе запрещаем, тем больше мы начинаем думать о другом человеке. Вот здесь вот примерно у него идет этот процесс. Но это его может вводить в некое замешательство. Хотя по магу здесь реально человек, он может понимать много-много-много вещей. У него, у некоторых, я не за всех мужчин сейчас говорю, да, у некоторых мужчин, конечно, есть такие способности, которые, ну, словно как, знаете, я могу мысли прочесть, экстрасенсорные какие-то такие умения, да, может быть, интуиция очень хорошо развита, да, и он какие-то вопросы эзотерического характера он воспринимает. И, возможно, он понимает природу в какой-то степени влечения к вам. Возможно, и так. Для кого-то и так, девчонки, проиграется. Ну, а для кого-то просто реально человек немного в таком смятении, да, не может разгадать вас, как женщину, загадку. Вы для него непостижимы в какой-то степени. Давайте посмотрим, что человек будет думать о вас на ночь глядя. Что человек будет думать о вас на ночь глядя? Очень много будет фантазии, очень много будет фантазировать, представлять, мечтать. И из-за того, что человек не получает желаемого, у него очень будет идти внутренний переживательный процесс.
То есть то, что нам изначально карты показали, что между вами есть разногласия, да, остановка общения, возможно, здесь произошла, да. Вот ближе, как говорится, к ночи его девочки будет накрывать. Он будет стараться эти мысли отгонять от себя, да, вот эту некую тревожность, болезненность. Он понимает, что будет понимать, что сколько бы он ни мечтал, сколько бы он ни фантазировал, картина не меняется. Он словно наступает на одни и те же грабли. А еще, девочки, для кого-то проиграется так, что он будет представлять, возможно, да, как вам непросто, насколько человек вас обидел. Он будет перекручивать. Я вот хочу здесь посмотреть все-таки вот эти вот его семерку кубков, да? О чем она здесь больше? Смотрите, здесь человек будет прокручивать мысли о вас очень много. И в какой-то пиковый момент, давайте так скажу, да, до него реально дойдет мысль о том, что все-таки человек вам сделал настолько больно. Он настолько вас обидел. Хотя он далеко не глупый человек. Но вот сегодняшнее, как говорится, вот это вот сегодняшнее его размышление перед сном, оно его действительно, могу даже так сказать, ударит очень глубоко. Потому что по отшельнику здесь это глубина. Мне одиноко. Вот, допустим, если ранее человек, вот, понимаете, семерка кубков, это все равно мысли, да, это фантазийность некая, да, она не совсем, знаете, как вот осмысленная. Здесь присутствуют некие такие розовые очки, то есть человек до конца недопонимает, словно, да, что вообще на самом деле происходит между вами и им, да, насколько больно может быть в таких вот кризисных ситуациях. Кризисы здесь у каждого могут разными быть, то есть что повлияло на этот кризис, да? У кого-то просто ссора, у кого-то недопонимание, у кого-то там что-то не пообещал, да не сделал. Ну или там еще какие-то одно слово, сказанное с человеком, да, уже может привести к конфликту. Ну и так далее. Много, честно говоря, таких моментов может быть между двумя людьми. И поэтому здесь сегодня будет вот такой вот пиковый момент, когда человек реально осознает, блуждая в своих собственных мыслях, насколько реально он вас ранил. И ему захочется, девчонки, закрыться, замуроваться и вообще даже об этом не думать и допускать мысли, что он мог таким быть по отношению к вам. Ему реально захочется прям словно под землю скрыться. И на душе будет у него холодно, зябко. В общем, состояние не очень, честно говоря. Состояние не очень. И будет внутреннее. Ну, здесь еще и чувства. Приехали. Ну, вот смотрите, да, все-таки чувства. И он будет, смотрите, вот свои эмоции по отношению к вам, да, теплые. Вот свою сердечность, он будет с ней бороться. Он будет с ней бороться. Он, знаете как, вот его осознание, оно реально вот сильно шандарахнет по его сердечной чакре. И он будет действительно бороться со своим чувством, чтобы не испытывать вот эту боль. Представляете? Он не захочет этого. Он не захочет про... Смотрите, он не захочет чувствовать то, что чувствуете вы. Ну, здесь, конечно, тоже
Наверное, никто не хочет чувствовать боль, это понятное дело. Но вот сегодня у него будет какой-то вот прям словно такой пиковый момент. Но смотрите, все-таки здесь выходит паж жезлов, да, я могу сказать, вся его борьба реально будет, она тщетна. Паж это маленький аркан, понимаете? Там еще энергии не настолько много, насколько бы хотелось, да? Это даже не рыцарь жезлов, да, и не король жезлов. То есть все его попытки заглушить вот эту боль, осознание того, насколько он вам причинил вот этого внутреннего, вот этого вот разбитого сердца, не поможет. Как бы он ни старался, как бы он ни боролся. Он прочувствует, девочки, сегодня вечером всю прелесть тройки мечей. Вот такой сегодня получился расклад. Пожалуйста, пишите в комментариях, насколько с вами резонирует, насколько проигрывается. А вы для этого человека проходите по девятке пентаклей. Вы для него очень важны и значимы. Вот так. Хорошего вам настроения. Благодарю то, что вы подписываетесь на мой канал. Ставите лайки, пишите комментарии. Желаю вам от всего сердца хороших мгновений, солнца побольше, улыбок и прекрасного настроения. До новых видео. Всего доброго.